Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру «Спаси девушку». Так, мы закончили на том, что Синдербелла у нас пришла, Золушка. А, увидела принца. Что же делать? Либо кусочек мяска, либо вино. Конечно, вино давайте выпьем за знакомство. О, что-то пьяное стало, или отравилась, или что-то с ней нехорошее стало. Значит, ладно, не вино надо выбирать. Давайте кусочек корочки выберем. Как раз едим курочку. Как же мне привлечь внимание принца? А, смотри, прибежал на курочку и стал кушать. Могу ли я вас пригласить на танец? Да, конечно. Банан. Я сделал так, чтобы она поскользнулась. Так, давайте используем паука, конечно же. А, нет, паук нас не помог. Ага, тогда что, ружье что ли использовать? В первый раз мы в этой игре использовать будем ружье. Потому что обычно ружье никогда не было использовано в этой игре. Давайте попробуем тогда. Сначала возьмем курочку. Сейчас жених придет. Скушает курочку. А потом мы будем, ребята, использовать ружье. С прицелом. Опа, на, получи. Нет, ты испортил мне все веселье. Ага. А время заканчивается. Ладно, давай его поцелуем и уходим. Ах, нет. Да ё-моё, надо было вызывать карету. Звонить в телефон и вызывать карету, ребята. Давайте еще раз пройдем. Так, карета подъехала, мы заходим в замок. И встречаем красивого принца. Ну как же привлечь внимание принца? Давайте возьмем вкусную жареную курочку. Он понюхает, прибежит, она его угостит, и он скушает. И захочет пригласить ее на танец, и они начнут танцевать, ребята. А тут пришла Синдербелла, кто-то там. Давайте мы возьмем ружье и стрельнем прям в бананчик. Нет, ты испортила мне все веселье. Такая плохая, видишь? Время заканчивается. Ну ладно, все, тогда уезжаем. Берем тогда телефон. А мне нужно быстро уехать отсюда. Так, такси, такси. А, вот такси. Приехала карета ее, и она уезжает. А, ой. Успела превратиться в обычную, такую бедную служанку. Все, она уехала, и мы идем дальше. 78 уровень. Что же интересно там? Давайте посмотрим. Очень интересная серия. Так, мы подметаем. Так, ты что здесь делаешь? Давай, хорошо, работай. Кричит у нас, видишь? И слюнями она кидается. Давайте маску ей оденем. Вот так. А, нифига, она маску сняла, еще дальше давай кричать. Ох, какая ты зловредная такая. Ладно, мы сейчас наушники себе оденем, чтобы не слышать это все. Так, одеваем наушники. О, музыку. Все, вообще пофигу. Иди, что убежала. Что-то вообще она устала. Мачеха пришла. Вымой пол. Она взяла, плюнула туда, прикинь. Давайте используем машину времени. Опа, на тебе, вонючка. Принц пришел, туфельку дал. Это ты, принцесса. Это наш принц. Они его хотят отбить. Прикинь, давайте используем... Рыцаря вызовем. Стоять! Уходите! Еще не испугались и убежали. А у них любовь возникла. Как-то так. Мы спасли девушку и заработали 50 монеток. Теперь мы можем что-нибудь поменять из одежды. Угу. Давайте поменяем скин. Возьмем за 800 вот этот. А, недостаточно денег. Да почему постоянно мне денег не хватает? Постоянно не хватает денег. Ладно, давайте возьмем вот такой вот. Такую вот штучку. А, еще же я хотел прическу поменять. Так, у меня 500 осталось, да? Так, за 500 нету, есть за 400. Вот такая обычная, простая, какая-то странная она у нас стала. Ну ладно, пойдем. 79 уровень. Ну, в принципе, хорошенькая. Какой замечательный день. Ого, ё-моё, упала. Что же делать? Как мне отсюда выбраться?
Давай используемся стулом. Нифига, стул. А, нет, помог. Нифига она как прыгнула, а? Высоко. Так, дерево с яблоками. Она хочет яблочко скушать. Давайте возьмем палочку. Да, палочку. О, все, яблоки падали. А, нет, смотри, не получилось. Нифига. А что ж тогда другое выбрать? Палочка не помогает, ребятушки. Как вы считаете, да? Ну давай попробуем. Попробуем другое что-то использовать. Так, здесь мы возьмем, конечно же, стул. Она на него встает. И прыгает, как олимпийский чемпион по прыганию со стулом. Яблочко хочет кушать. Ну давайте тогда закажем вихрь. Вихрь, помоги! Опа! Несколько яблочек упало. Спасибо, природа, за вкусные яблочки. Так, не знаю, выдержит ли веревка. Ну давай медведя посадим сюда. И пускай медведь нам поможет. Ой-ой-ой-ой. А, медведь! А, видишь, как пробежали. Да, когда опасность, то ты бежишь и на что не смотришь. Выдержит ли тебя веревка или не выдержит? Так, следующая серия. О, змея. Это огромный валун. Что делать? Давайте прыгалку используем. Прыг-скок. Есть, отлично. Представляешь? Перепрыгнули валун. Так, а слон не дает мне пройти. Тут еще, смотри, препятствие какое-то есть. А давайте вот это посмотрим, что это такое. Она просто там спряталась, да? Отлично. А как она так перепрыгивает без стула, да? Интересно. Так, паук. Ой, выпусти меня. Давайте сожгем паука. Нет, не помогло. Мы тоже подгорели немножечко. Волосы подпалились. Надо было ножницы использовать. Ладно. Теперь-то мы знаем, что надо воспользоваться чем. Так, здесь мы возьмем батут. Перепрыгнем его. И змею перепрыгнем. Все, перепрыгнули, короче. Отлично. А здесь прячемся мы, ребятушки, в ямке. Все, в ямке мы спрятались. Слон убежал. А дальше у нас какое задание? А, паук. Паук нас сейчас прячет. Давай ножницами это все... отрежем всю эту паутину. Восемьдесят первый уровень. Так, что такое у нас? Водичка. А, пить хочет. Либо трубочку взять, либо скипятить чай. Давай чай, конечно, скипятим. Вот, пей водичку. Молодец, молодец. Правильно, сырую воду нельзя пить. Так, плот. Как мне сдвинуть этот плот? Вентилятором, конечно. Вот, замечательно. О, крокодил. Что ж делать-то? Это огромный крокодил. А маска, может быть, поможет маска ему? Нифига! Какой ты огромный крокодил. Действительно, было даже сразу написано, что какой огромный крокодил. Ладно. Так. Идем. А что будет, если попить из лужи? Давайте проверим. А, она отравилась. Видишь, она вся позеленела. Не знаю, можно ли пить воду отсюда. Конечно, нужно взять чайник, если он у тебя железный, и скипятить воду на костре. Вот так вот, хорошо. Так, а здесь, плот, как же его сдвинуть? Мы берем вентилятор. Все, едем. Так, крокодил, что делать с крокодилом? Ага, давайте воспользуемся. А, это не крокодил, там мужик наряженный был, представляешь? Офигеть. Ладно. А, все, прошли. Прошли уровень. Так, платьишко. Ну, вот это я хочу, платьишко. Блин, ну ладно. Так, 200 монеток нам дают. Так, ну мы рекламу не будем. Едем на плоту. Тут у нас застрял. А, плот застрял. Что делать? Палочку берем. Опа, да, получилось. Едем дальше.
О, водопад! Как что же делать с водопадом? Давайте используем воздушные шарики. Я могу летать, я чуть не упала. Все правильно. Хорошо. Ох ты, оса, огромная оса, и она может, смотри, сбить наш плот. Ой, наши воздушные шарики. Давайте воспользуемся спреем от вонючек этих. А, нифига! А что-то она не умерла от спрея. Надо было нам этого вызывать. Орла, конечно же, орла. Орел нам поможет. Хотя он такой сумасшедший орел, конечно. Но куда деваться? Так, используем палочку. Перепрыгиваем. Так, и здесь. А, берем воздушные шарики. Так, и на воздушных шариках мы, ребятушки, отправляемся. Начинаем лететь. Летим. Так, что делать с осой? Огромная-огромная оса. Да, птичка нам поможет. Все. Спаслись. И прошли мы этот уровень, ребята, и заработали 50 монет. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если тебе понравился ролик, обязательно ставь лайк этому видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч.